Специалисты Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей в гостях у ивановских коллег. Проект «Золотое кольцо детской хирургии» предназначен для того, чтобы делиться опытом. Это и мастер-классы по проведению высокотехнологичных операций, и консультации на тему того, как использовать имеющееся в учреждениях оборудование на все 100%. Но цель нашего проекта не делать какие-то такие, знаете, тяжелые, большие операции. Цель нашего проекта – это именно проведение рутинных, то есть операции, которых делается достаточно большое количество. И сделать должны их правильно. То есть с учетом современных требований, современных технологий на том оборудовании, которое имеется в данной клинике. То есть мы не привозим какого-то, знаете, там нового оборудования, совершенно начинаем обучать, потому что, в общем-то, наша цель именно заставить работать то оборудование, которое здесь, потому что у них не будет другого оборудования, но делать они должны правильно на этом оборудовании. Пациенту на операционном столе 15 лет. У мальчика воронкообразная деформация грудной клетки, или, как еще называют данную патологию, грудь сапожника. Дефект в большей мере косметический, но подростки, как правило, из-за этого сильно комплексуют, стесняются раздеться в бассейне или на пляже. Подобное оперативное вмешательство ивановским врачам делать уже приходилось, но высококлассный урок от профессионалов лишним не будет. Раньше операция выполнялась через большой разрез. Она была очень травматична, пациент довольно сложно переносил период реабилитации после этой операции. Практически полгода он ничего тяжелее, скажем так, ложки или вилки поднять не мог, и было это противопоказанием. При применении данной операции пациент уже через несколько дней совершенно независим в жизни, он сам встает. Здесь, наоборот, рекомендуется выполнять какие-то физические упражнения, укреплять плечевой пояс. И качество жизни пациента не страдает. Операция выполняется всего через два разреза. Она сложная, многие манипуляции врачи делают в буквальном смысле вслепую, опираясь на знания анатомии. Тем не менее, медики обещают, что Новый год этот молодой человек встретит дома. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.